Комиссия по социальной политике собирается в режиме онлайн. Однако расстояние не мешает депутатам Думы округа решать важные вопросы. На повестке дня их несколько. В первую очередь говорили о проведении диспансеризации в 2020-м, как детского, так и взрослого населения. В этом году свое здоровье на медосмотре проверили 1790 человек. По диспансеризации 5908. Депутаты также отметили важность прививочных станций. Медкабинеты открыты в трех объектах – в Домах культуры «Дружба» и «Искра», а также в молодежном центре «Горизонт». Надо сказать слова благодарности администрации и главе. Я думаю, все вы видели, было размещено два переносных пункта прививочных. И поэтому вот такой большой показатель. Следующая тема на повестке дня – ходатайство о присуждении награды Приморского края. Почетный знак «Семейная доблесть» могут получить супруги Юрий Петрович и Валентина Адамовна Пономаревы. Решение подали в колледже культуры. Юрий Петрович там преподавал физкультуру. С женой в браке они 55 лет, воспитали двух дочерей. Такие пары, которые, в общем-то, достойны, наверное, не только чтобы о них говорили, да, возможно, и каких-то наград. Это вот тот самый случай, когда люди заслужили и заработали, в общем-то, возможность получить вот эту награду, о том, чтобы они увидели, услышали наши уссурийцы. В нашем городе это уже третья семья, которая, возможно, получит почетный знак. Далее депутаты определили план дальнейшей работы в сфере социальной политики, защиты прав граждан и организации работы Думы. Хоть год заканчивается, но итоги пока подводить рано. Елена Карпенко, Роман Адонин, Телемикс.